Здравствуйте, с вами магазин Автозвук.ua. Сегодня мы рассмотрим автомобильную ксеноновую лампу от компании Philips на цоколь D2R, артикул 85126VAC1. Поставляется лампа в фирменной упаковке. Давайте рассмотрим комплектацию. Внутри небольшая инструкция имеется. И также сама ксеноновая лампа. Лампа мощностью 35 Вт. Подключается на питание 12 Вольт. По виду это обычная стандартная лампа. При замене лампы нужно помнить, что голыми руками колбу трогать нельзя и менять лампу после того, как она полностью остынет, потому как нагревается свыше 200 градусов такие лампы. Производится лампа в Германии. Сейчас мы ее подключим на питание 12 Вольт и визуально посмотрим, как она будет отсвечивать. Подключаем питание 12 Вольт. Лампа загорается. В течение нескольких секунд набирает свою мощность и яркость. Пока лампа разогревается, она может светить разными оттенками, но достигает температуры, уже светит заявленным оттенком. В данном случае у нас слегка желтым оттенком идет лампа. Максимально эффективен такой оттенок в туманную и дождливую погоду. При покупке на данную лампу обязательно распространяется гарантия, дополнительные характеристики и стоимость. Лампу вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.